Політична воля – це найперше, що потрібно, аби мирний переговорний процес вийшов із глухого кута. У цьому впевнена опозиція. Прежде всего, нужно иметь политическую волю для того, чтобы остановить войну и двигаться вперед к мирному процессу. Для этого надо отменить противоречивые решения парламентов, противоречив Минским соглашениям, которые были подписаны и подтверждены в нормандском формате уже действующим президентом, и убрать экономическую блокаду, принять законопроекты, которые нужны по Минским соглашениям, которые разблокируют процесс переговоров, и выходить на местные выборы после того, как будет проведена под этот вид на работу.